фестиваль, просто уйма народу, но здесь особо не видно этого, но там на главной сцене и вот сцене улетай, там в конце набережной народу просто море. Все началось еще с утра, были различные лекции, до сих пор лекции продолжаются, продолжаются разные концерты группы из разных стран, из Владивостока тоже, где-то из России, из Китая, Японии и так далее и тому подобное. Где-то понастроили всяких сувенирных магазинчиков, кафешек, баров. Народ счастлив, кто-то вот купается, радуется жизни, по ним покажи, вот, видишь, народ, вот, все в жизни хорошо у них. Вон прыгает мой парень, готовится стать космонавтом, вторым Юрием Гагарином, все, уже подготовка, полетел, а его задержал инструктор. А нет, все-таки полетел, молодец, летающий парень, далеко пойдет, далеко полетит. Кстати, такой слоган у сцены «Улетай», что-то там с полетами связано, потому что не будем называть партнеров, потому что нам нельзя, это будет реклама. Жизнь прекрасна, эх! Сейчас мы находимся на главной сцене фестиваля «Верокс». Уже успели выступить команды из Владивостока, Хабаровска, Комсомольца на Амуре. Но это международный фестиваль, поэтому за моей спиной выступают представители из Китая. Cold Fairylands. Встречайте! По мне, группа So What самая просто хитовая из всех, кто сегодня было. Не знаю, как у вас, но моя медиатека пополнилась точно на 1, 2, 3 трека. К сожалению, не успеваем мы на все концерты, потому что они находятся в разных точках и бывают даже в одно время. Но мы пришли на сцену «Улетай» и попали на потрясающую группу «Ghost and Trump».